В продажу поступила дешевая новинка Honor с Android 9.0 Pie. Сегодня в продажу поступает смартфон Honor Play 8a, который будет доступен пользователям в 4 цветовых вариантах. Напомним, Honor 8a получил 6-дюймовый экран разрешением 1560 на 720 пикселей с соотношением сторон 19,5, 9 и полукруглым вырезом под фронтальную камеру. Устройство оснащен 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти. Также есть возможность установки слота для карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ, причем для карты памяти предусмотрен отдельный слот. А рядом можно установить еще 2 сим-карты. Устройство из коробки работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMI 9.0. Одинарная основная камера получила 13-мегапиксельный датчик изображения, а объектив имеет диафрагму f/2.0, фронтальная имеет разрешение 8 мп. Работает смартфон от аккумулятора, емкость которого составляет 3020 метров, ач, реализована поддержка технологии быстрой зарядки через разъем USB-C, дактилоскопического датчика у смартфона нет, зато есть распознавание по лицу. Младшая версия смартфона предлагается за $115, тогда как за версию с вдвое большим объемом флеш-памяти просят $145.